Итак, всем привет, с вами Винс, и мы продолжаем прохождение Kingdoms of Amalur за мага. И сейчас мы идем и заканчиваем какой-то очередной квест. Точно я не знаю какой, потому что у нас их дофига и больше. Но сейчас мы узнаем, это просто мы с доски выполнили. Ну да, скорее всего, так и есть. Так, задание в этом мире выполнено. Задумываешься уже, да? То ли место ты занял. Так, боевой клич. Задание закончено. Доска. Заданий больше нет. Хорошо. Так, ты меня отправил вообще к какому-то... Куда он меня отправил? Так, сюда точно нет. С экспедицией. Чего-то он вроде говорил про экспедицию, но я не уверен. А, дорожный патруль. Давай вот этот. Так, и нам куда? Да, даже вот он сразу стал знаком вопроса. Давайте немножко этот квест пройдем, потому что мне интересно... Я из-за этого не могу эту локацию закрыть или нет? Ой, а патруль далеко. Ну ладно, мы сейчас вот зато вот эту дорожку откроем. Угу. Так, здесь у нас заданий нету, все хорошо. Мы продолжаем наше путешествие. Здесь... Чувак, который зелье варит, которому мы помогли. Не знаю, правда, зачем, но... И вообще, чувак был максимально неадекватный. Как минимум, потому что... Ух ты, нифига себе, прям из воздуха. Ну, вы даете, славяне. А, что я говорил? А, да, то, что я не знаю, хорошо ли или плохо то, что мы ему помогли, потому что он не имел навыков никаких, но зелье помогало ему быть лучше, чем он есть на самом деле. Это, знаете, как в фильме «В тени» или как-то так назывался, с чуваком из... Мальчишник в Лас-Вегасе. И вот он там принимал какую-то таблетку и становился сверх каким-то человеком. Ладно, давай помогу. А то сам-то ведь никак. Тадеус, успокойся. Какие у тебя неприятности? Ты что, болеешь, что ли? Я понял, что ты кашляешь. Чем могу помочь? Чем я могу? И еще раз то же самое. Спасибо большое. Так. Угу. Здесь Кастер. Выяснить, что стало Камденом. Это вот задание, если что, вот еще отсюда. То есть мы уже прошли. Ого-го-го. Но нет. Так, и непосредственно встретиться с Уильямом. Все, побежали. Сохраниться. Невозможно сохраниться. Я говорю, сохраниться. Ну давай, не тормози. Что случилось?
открыт локацию. Ну, не надо тормозить. Не надо. Не надо тормозить. Так. Кестер Барклей. Да, Тадеус. Что есть кровавая чума? А. В другом немножко вопрос звучал, ну ладно. Ты можешь вылечить болезнь? Может, я смогу помочь? Чем я могу помочь? Блин, как это тупо звучит, когда ты вроде уже все поговорил со всеми, но нет, ты продолжаешь выяснять вопросы, которые ты уже как бы понял. Я поищу. Because the whole village needs that plague shield. Never mind what happened to that old oaf. I need the medicine. Three parcels at least. Go up the road to Glendora Wood that leads to the mission. Bring the plague shield yourself if you must. Еще раз, где мировой щит? Я все понял. Пока. Так, мировой щит. Вот здесь, да? Нет, здесь поиск брата. Выяснить, что стало с Камденом. Пойдемте выясним. Прям такая. Ну, подожди, у меня локация раздуплится. Так, ты по части Камдема, ты Агард. Камдем. Камдем? Ты сам? Да я понял, Камдем, я вообще за тобой. Твоя жена ждет тебя, идиот. Она все еще любит тебя, ты трус. Но, чувак, я обладаю обаянием, так что возвращайся. Обращайся. До свидания. И сел дальше пить. Ой, мужики. I've spent the last 20 years knowing what fate had in store for me. And then you... Damn it. I thought I had my life figured out.
Жизнь непредсказуема. But that's just the problem. When I was young, I thought I could overcome anything. Now, I know otherwise. I fought beasts the size of trees, was celebrated by mortals and fae alike. When I was initiated into the Fate Weavers, I thought it was a reward for my good deeds. The first time I saw my own fate, I realized it was nothing but a curse. Что ты увидел? But not a hero's death, as I had always dreamed. I was going to die alone and unknown, killed by an Etin and used for stew. It was a terrible end, but I knew it was part of fate's greater plan. Then you came and changed that future. You stole my part of the tapestry. I was at peace with knowing the worst. But what do I do now that there's nothing to know? Ты все еще можешь быть героем. You're right. My glory days don't have to be over. And as long as I'm around you, I don't know how my story will end. That means I've got to make sure you stay around in one piece. Maybe this old trinket from my youth will help. After all, I don't just owe you my life. I owe you my future. Тебе удалось найти Туата? Why, I once tracked the Yeth of Avgrun on a moonless night by smell alone. Fae or not, I could have tracked those Tuatha sober. They've set up in a cavern north of town, complete with some way of scrying your location. That's how they found you so easily. I have a plan, but it'll take the both of us to work. These soldiers were sent out with one purpose: finding you and making sure you stay dead. Everything else, the well, Arden, Hughes, have all been collateral damage. They're using something big to track you. They call it the Eyes of Tirion. Smash it, and they won't be following you anymore. The main entrance is heavily guarded and will require a strong attack. The other route is trapped. It'll need a subtle. Я войду, наверное, через главный. Straightforward and direct. A warrior after my own heart. I'll cover the back and make sure they can't escape to report back to whoever sent them here. Let's track down some trouble. Ладно, чувак, иди. Я это. Ну, я не уверен, что я сейчас по этому квесту пойду. Потому что квестов на самом деле очень много. По крайней мере, как минимум, мне надо возвращаться на самую первую локацию. Идти к какой-то там бабе и говорить, и встретить ее. Беги, беги, беги. Беги, беги, беги. Беги на край земли. Че там дальше? Беги. Слышишь? Ох уж это современная попса. Так, ты кто? Уилл Рендик. Wars worn work? Good. The gold's run low and my mother's not doing so well. To the Warden's bridge it is. Мост стража? One smack in the heart of Lorcaraen. Go north of here, then east, then south along the road. И что? Ну ладно, до свидания. Это все, что ты мне хотел сказать? Я теперь даже боюсь открывать мини-карту. Сейчас там вся локация усеяна целями. Сюда раздобыть книгу. Сюда последовать за Агартом. Сюда поискать брата Фалана. Сюда войти в пещеры Койлсбейн. И все. Реально все. Доложить о себе у моста стража. Я не войду я туда. Так. Я, наверное, пойду вот сюда.
А Агар без меня не бежит. Вот сволочь, а. Ну ладно, не суть. Я сказал, у меня есть задание, у меня есть задание. Я побежал. Нормально, но они что-то... дополнительное золото от обнаружения. Обнаружение надо было качать сразу. Давай, камушек, поведу ничего-нибудь. As the mantis climbs to his mate, the heart outstretched to her fair hand. As the hunter kills its prey, beside this hill he crafts from sand. Нормально, волчки меня спалили. Так, у нас есть, я вообще хотел не в оружие, да, броню. Вот мантия в ракера. Сопротивление электричеству, восстановление маны. Это мана восстановления. Блин, она не намного лучше. Прикольно, но не лучше. Ух ты, плюс 25% маны. Почему? Потому что я нашел шлем Вракара. Прикольно. Тогда все хорошо. Так, уровень. Да, давай уровень. Обнаружение. Скрытые сокровища отображаются на мини-карте. Отлично. Подтвердить. Ну, тут просто без вариантов, да? Я надеюсь, вы понимаете. Так, это 50, это 50, 50, 50. Хорошо. Это что? Ваши познания о сверхъестественном холоде позволяют продлевать продолжительность замораживаний, тем самым замедляя врагов на более длительный период. Также увеличивает урон наносимый. Угу. Так, давай одну сюда. Все, и это максимум здесь. Все, отлично. Лучше не придумаешь, наверное. Так, ваш призванный фаерлорд делает более длинную цепочку ударов и получает шанс нанести крит-удар. Следующий уровень. 7 вероятность нанести крит-удар. Цепь атак призрачно состоит из 3 ударов. Ярость стихий. Создают из магической стихии огня, молнии, льда разрушительную цепь атак. Ага. Это создает сферы, защищают еще и энергичнее. Здесь призывается небес метеорит. Здесь удерживайте кнопку ледяного шквала, чтобы выпустить облако ледяных осколков. Угу. Так, ну то есть это огонь, это призывать. Угу. Все, подтвердить. У нас что с магией? 49. Подтвердить. У меня сколько? Не знаю. Ну не суть. Еще не скоро. Сохраняемся, бежим. И мы нашли лучника. Берем все. Моровой щит. Моровой щит был здесь. Так, мы его взяли. Убрать. Так. Лучник. А зачем лучника отмечать?
Нам лучника надо убить, просто лучника. Раздобыть книги, пещера, последовать, собрать потерянный моровой щит. Щит. Ну ладно, тогда идем наверх. Я уже подобрал один моровой щит, мог бы и обновиться. В смысле, задание могло бы обновиться. Вот оно обновилось, все шикарно. Так, открываем локацию. Бездна кровавой яшмы. Чувак, стой. А ну стой, подлый трус. Нифига себе, вы видите, как он втопил? Мне кажется, он сейчас меня заведет в какую-то ловушку. Смотрите, как бежит. Он бежит. Он сейчас вообще с карты уйдет. Все, добежал. Там лагерь ваш, да? 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 Ты что думаешь, это тебя спасет? Чувак, ты понимаешь, что ты просто подставил сейчас всех своих, свою бригаду моровой щит. Я так и знал. Все, здесь все закончили. Так, здесь войти в пещеры. Эх, здесь придется опять бежать туда. Ну ладно, мы тогда бежим сейчас вот здесь. Немножко сверху. И откроем до конца локацию. Да? Я бы даже, наверное, бежал здесь. О, и камушек как раз есть. Your moonlit eyes. I found a crest of sand from which I will give my love true form. True form. Медведь. Да ладно, помирай уже. Чё ты? То не помирает, как будто не свой. Так, здесь у нас что? Сундук какой-то. Самый обыкновенный. Здесь у нас какие-то враги. Самые обыкновенные. Устойчивость, нифига себе. Ну нет, так нет. Так. Кстати, возможно, тут что-то скрывается по одной простой причине. Или не по одной. Нет, мне нужно вот это. Скрытые сокровища. Скрытые сокровища, они скрыты как? Этот звук сообщает, что вы рядом со спрятанным объектом. Вот это да. Блин, я... Это чё? Блин, мне там чё, надо будет все эти локации заново оббегать, что ли? Офигеть, столько предметов. Так, открыта новая область, охотничья, что-то там. Охотничья яма, охотничья яма. Так, Косбил. Так, давайте закончим с щитом. Не знаю, какой он там. Но главное, что закончим. И пойдем дальше.
Так, здесь, наверное, еще один вход в этот. Медведь. Угу. Все, не печалься. Ты сам нарывался и нарвался. Так что не бузи. Угу. Здесь, я так понимаю, еще одна скрытая. Да, вот она. Заначка. Давайте сюда пройдем. Убьем вот этих троих. Чтобы мы сохранились. А ну иди сюда. Ого-го-го-го. Вы что, типа крутые, что ли? А ну-ка, молчать. Чакры, хорошо. Здесь сундук открытый, молодцы. Здесь легкий авто, чары сняты. Забираем все ваши луки. Ваша банда ничто против меня. Так, и теперь мы идем вот сюда. Здесь у нас, опа, здесь у нас что-то скрыто. Что недоступно простым смертным. Ах ты какой! Дерзкий. Блин, вот все из-за разницы уровней. Типа он увернулся. Типа замансил. Но мы же понимаем, что это не так. Сохранить. А, легко. Авто. Не удалось. Серьезно? Авто. Прокляли, прикинь. Не, так не пойдет. Закрыть. Размечтались. 90%. И два раза не получилось. Это как? То есть, следующие 16 раз получится. Я правильно посчитал? Нет, неправильно. 18. Авто. Да ты что, издеваешься? Да ладно, да иди ты нафиг. Вообще так не играю. 90%, 90%. Ага, фиолетовый уникальный из-за золотого. Часть набора синего редкого. Так, фиолет, значит, а что лучше-то, фиолетовый или золотой? Снять чары, попробую сам. Блин, а тут... Вот так все делается вручную. Шучу, конечно, не вручную. Я что, идиот? Здесь поднимаемся, убиваем. Кого? Серьезно, он просто так здесь лежал. Ладно, я не против. Я разве когда-нибудь буду против такого? Так. Здесь я только за. Здесь... Тайник колодца, книга, найден секретный объект. И здесь тоже секретный объект. Берем все. Здесь у нас... Ой, сколько всего. Открыт при... При... Чё? Приход святого... Ой... Гадвайна. Я так чувствую, нам сюда... не то, что не надо. Ну, короче, задания не будет. Поэтому надо прийти самому. И взять задание. Изъять самоцвет. Нет, спасибо. До свидания. А ты мне что хочешь сказать? Его убили в лесу. Если не продал у меня.
Чувак, думаешь, я помню, кто это такая вообще? Я служу другому богу? Нет, но я уважаю его заветы. Хорошо. Привет, чувак. А скидывать... Ого! Вот это самоцвет. Проверить. Одну единицу к первым двум рангам открытых способностей силы. Фу, а можно как-нибудь полегче написать? А, дуэлянта. Заразные расправы. 50 шанс для отравления атакующих врагов. Самоцвет изобилия. Плюс 10% выпадения. Самоцвет успеха. Добыча опыта. Ну и дальше фигня всякая. Слушайте. Если... Плюс 1 к первым двум рангам открытых... Способности силы. Плюс 1 к первым двум рангам. А, открытым... Открытых способностей силы. Плюс 1. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что... Сейчас я попробую объяснить. Так, это мне интересно. Главное не забыть свою мысль. Сравнить. 62, 18, 18, 26. Эти лучше. Так, магия. 10 сопротивления стихиям, да, надо одевать. Хотя они на 5 меньше защищают. Мантия. Не нужна. Кольцо дуэлянта. Вероятность критического. Плюс 10 к урону. Закрыть. До свидания. Короче, нет, не сюда. Нет, не сюда. И даже не сюда. Вот. Первым двум рангам. Вот, то есть, это... Вот это первый ранг, вот это второй. И получается, что он всем им дает плюс один. Вопрос только... Если я правильно все понял. И вопрос в том... Если все прокачано на максимум, то он дает плюс еще один. Или там уже как бы можно сделать так, что ты же все равно можешь перекачаться в любой момент. Ой, теперь еще здесь везде надо это... Так, теперь мы, наверное, пойдем к Астрид. Раздобыть книгу. Книгу это не так интересно. Надо вот войти в пещеру. Да, я не закончил мысли. Или там... как его? Ого!
Медведи на кого? А. Или можно перекачаться так, чтобы у тебя было, так скажем, ну давай, давай, иди сюда. Можно перекачаться так, чтобы у тебя было больше значения для того, чтобы подняться в... Ну, в смысле, больше очков навыков, что ли, лишних. Ну, я так понял. Не уверен, что это правда, но... Нам не сюда. Сохраняемся. Здесь у нас волчары позорные. Мелкую, мелкую, и все. Все. Стыли. Так, сейчас мы куда пойдем-то? Ну давайте с этим сбегаем, какая разница. Все, успокоился. А то будем еще всяких идиотов убивать. Видимо, да, будем. Давай, ты что скажешь, что нам направо? Он прям как будто специально ищет врагов. Где-то за чапа. Стой, у меня тут сундук. Все, побежали дальше. Сохраниться обязательно. Беги на край земли. А ты куда идешь-то? К этим, что ли? Вот к тем, у которых три двери. И, кстати, за нами бегут враги. Да, здесь сейчас мы медведя встретим. Я здесь уже был и не пошел только потому, что тебя ждал. Ох ты, вас двое. А, нет, он просто заспомнился. Что там еще кто-то? Стой. Ой, столько всего происходит. Почему они охотятся за мной? Imagine what about you made Gadflow send his troops across the continent? His army is locked in a siege in Kurakon. But small groups sometimes make their way to Arathal. I don't think they've ever been this far inland. Ой, что дальше? Заходи внутрь. Ну вот прям капитан очевидец. Встретимся внутри, но это не точно. Будем надеяться, что встретимся. Так. Ой. Далеко. Ну, кто у нас здесь из врагов? Воины, которые убегают от меня. Нормально. Расклад хороший. Угу, уже нельзя сохраниться.
Ага, размечталась. Вау. Угу, мечтай. Не вредно. Я так и знал. В стену упремся. Ай, ау, ау. Так, и последний враг народа. Все, все угомонились. Сундук открытый. Зря вы храните открытыми сундуки. Открытый сундук, находка для шпиона. Ну как находка? Эх, а было бы сейчас еще прокачано обнаружение, возможно, мы бы тогда еще находили какие-то двери закрытые, в смысле скрытые. Враг в отражении! Нифига себе! Ага, это вот так работает, да? Да, вот этот воин уже неплохие. Эу, вообще-то больно. Так, сохраняемся. Камушки. Ого, клыки Аотха. Я, главное, такой вообще не знаю, что это. И при этом такой наслаждаюсь. Ох ты, клыки. Но на самом деле они неплохие. Очень быстрая скорость. Урон. Шанс украсть здоровье. То есть они прям такие. Ну. Да, то есть я за воина, ой, за воина. Когда буду играть за убийцу, тогда, наверное, буду очень кайфовать. Кстати, теперь надо эти таскать. Ой. Все правильно. Так, F5, карта. Все хорошо. Опа, я, кстати, зелье-то уже очень давно не покупал. Очень давно. Боец Туата. Ну иди сюда, боец Туата. Вас двое. Но это вас не спасло уж точно. Что у нас здесь? И я прям думаю, что здесь какая-то потайная дверь, которая без обнаружения не открывается. Но не суть. Был боец Туата и нет бойца. Был пацан и нет пацана. И мы тут такие хая, скидыщ, скидыщ. Этого убили, этого размансили. Этого воина больше нет. Этого тоже не будет сейчас. Уходим. И бежим. Хм. Они меня отпустили. Ага, понятно. Спасибо большое. Реагент не найдено. Это не важно. Важно то, что они сейчас должны умереть. Ау! Больно. Но это не важно. Ты сдох.
Какая красота. И обнаружение. Мы нашли еще. Угу. Уничтожить глаза. Сохраниться обязательно. Здесь по-любому еще появятся враги в отражении. И вот они. На самом деле от магии они очень... К магии, точнее, они очень уязвимы. Да, то есть вот один раз стрельнешь и все. И он практически при смерти. Все. О, сапоги синие. Я правильно назвал? Броня. Сапоги Элисана. Так, сохранится. Ну и все. Осталось только зеркало. Добрый вечер. О-хо-хо-хо-хо, какая локация. Ну и где мой враг? Покажите мне его. Боец Туата. Ох ты, какой боец Туата. Ой-ой-ой, кто это зайдет? Привет. А ты что здесь делаешь? Все? Мы на месте. Отлично. Мы здесь закончили? Спасибо. А в чем сложность-то? Я сначала сундук возьму. Ух ты! Сравнить 71. И еще ячейка есть. Экипировать. А, ну да, естественно, вместо этих. Эй, я только подошел. Не знаю. Да. Ну и как, что будешь делать, когда что будешь делать, когда будет некого убивать? А ты знаешь? Я даже не знаю, кто ты. В свое время все смертные узнают силу Гэтфлоу. Ты мне что-то хочешь сказать? Гадфлоу. Как нам с ним сражаться? And much as I hate to say it, we'll need to take Aelin Shear up on her awful terror. The Codex of Destiny should hold some answers for you. For all I know, you've already met her in the House of Balance. But it sounds like she's the only lead now. Возможно, но это не точно. Что это такое? Что за баркист? Это типа должен был быть другой вход?
очень странный путь. Кузницу, которую мы не можем пользоваться. Так, ну, в общем говоря, понятно. Здесь везде волки и так далее. Возвращаемся в город. Возможно, даже продаемся. Возможно, еще что-то. Сейчас посмотрим. Может, сможем сделать какое-то еще задание. Если успеем. И, ну, естественно, пожарчик веры. Нифига себе, зверечек. А ну, брысь отсюда. Так, и что ты нам порекомендуешь? Нам можно отправиться в город, нам можно отправиться в пещеру, и нам можно встретиться с Гривом. Также нам нужно собрать книгу и добыть себе моста. А, понятно. Так, давайте. Так, мы сейчас возьмем квест. Тот, который слева. Я не знаю, о чем он, и даже не подозреваю. Возможно, сейчас узнаем. Вы все-таки решили на меня напасть, да? Идиот. Угу, отлично. Обнаружение работает как часы. Сохраняемся, и мы берем вот этот вот квест от непонятного чувака. Грим Онли. Я хочу присоединиться. Good feeling about you, but some feelings count less around here than they should. I'll send you to the camp's leader, Krilgarin. She'll get you on your way. Очень звездный лагерь. Очень заманчиво с своей стороны. Но подожди, мне нужно вот в эту локацию сбегать в город. И не только. Да. Возможно, сейчас получится даже два задания выполнить. Так, ну чё стоишь-то? Ну давай, нападай, там все дела. Мне чё, тебя ждать, что ли? Сколько можно ждать? Здесь три врага. Вы чё ждете? Скажите мне. Вы можете напасть. Не только на меня. Дождался, пока сородичи убьют. И пришел. О, красавчик. Так, опять тормозит. Походу, это тормозит у меня от города. Потому что на просторах лесов он вообще никак не реагирует. Все хорошо. И тут на тебе. Так, чувак, ты что сидишь? Крестьянин. Это проклятая болезнь. Ах ты. Ленивая жопа, я тут, понимаешь ли, хожу, ищу лекарства, а ты сидишь. Чувиха, я нашел. Вам не хватает места, чтобы получить вещей. Они были положены в сумку для трофеев. If you have a need for healing, do come back.
лечение, вылечить, снять проклятие, исцелить недуг. То есть все можно, но у меня ничего нет. А нету по одной простой причине. Так, а и все, выбрать. Понятно. Ну, то есть, как бы эти зелья, скорее всего, так и будут лежать. Хотя было бы очень неплохо их взять. Так. И сейчас, возможно, мы успеем сбегать вот сюда. Взять княженцу. Установить метку. Не установил. Ну ладно, фиг с тобой. Сохрани, главное. Угу. Чувак. Чувак, ты как? Тарик. А, тюрьма, ну понятно. Все, давай, пока. Не буду я напоминать про свой предыдущий опыт, как я в самой первой локации пришел к чуваку. Ой, к чуваку, он тоже в тюрьму. Я не понял, что это тюрьма. Взял, дернул за рычаг. Все заключенные побежали, мне не дали их убить. А ты-то откуда знаешь? Я тебе еще ничего не рассказал даже. Просто пришел. Ты ткач судьбы? Ладно. Все, пока. Так, отлично. Еще одна книга в нашем распоряжении. К сожалению, она ворованная. Не знаю, так должно быть или нет. Но не суть. Сейчас последнее, что мы делаем, это... узнаем. Так, святилище понятно. Вернуться к... Да. Мы делаем вот этот квест. Сначала я хочу посмотреть вот это. Что? Ага, вот даже вот так вот. Оригинально. Но не суть, мы нам все равно сюда. Значит, мы еще и этот квест выполним. Отлично. Сейчас мы делаем последние действия в этой серии и заканчиваем ее. А именно, тихо, хватит тормозить. Сундук. Что-то новенькое есть? Мне кажется, нет. Для мага вот вообще ничего, только один жезл. Проверить. Эта волшебная палочка поможет вам найти особые алхимические элементы. Взять. И все, больше ничего не надо. А, нам нужно сейчас пойти вот сюда, дотронуться до амулета. Ой, это амулет, до алтаря. Это будет 2 из 3.
Здесь мы находим секрет. Ё-моё, я понял. Все, спасибо большое, до свидания. Прежде чем, блин, вот игра, а? Вообще она просто не отпускает. Вот не отпускает. Вот тут, кстати, в колодце тоже можно что-то найти. Сейчас нужно продаться. Потому что иначе квест вообще выполнить невозможно. Так, я к тебе. Я тоже удивлен, прикинь. Продать клыки 9 рублей. Собирай. Собирай. Восемь из 80, конечно, это очень плохой показатель. Средняя защита от кровотечения забирай, среднее зелье кровопускания забирай, стального покрова забирай, алхимии мне не надо, рецепт слабого зелья усиления магии возможно, восстановление маны ладно, красноречие возможно, кузнеца не надо. Опыта оставляем. Погибели магов. Что это такое? Снижает весь получаемый урон на 25%. Нифига себе. Хорошее зелье. Слабые средства поглощения урона. Это. Слабое зелье маны. Слабое зелье исцеления. Ух ты, ну у меня их 11, если что. Все слабое зелье чародей. Что оно дает? На некоторое время увеличивает общий запас маны на небольшую величину. Такое себе, ну ладно, неважно. Призрачная призма и так далее. Так, вот эти вещи, которые просто так, что это такое? Паучьего леса можно пошить дорогую одежду или сделать что-то другое. Странно, ну ладно. Так. И вот это все. Вот это. Пятое. Брату Фалу не забирай. Закрыть все. Спасибо большое. Почему нельзя сохраниться? Я сказал сохраниться. И давайте вишенку на торте. И это будет, скорее всего, последний раз, когда мы приходим в эту локацию. Ну давай, загрузка, ну что ты катаешь? Не порть момент. Я хочу забрать все из колодца. Ого. Да, мы идем к вот этой женщине, которая нас отправила за своим мужчиной. Спасибо. Вот так вот мы проходим игру по полной программе. Мы прошли сегодня за серию аж 4 задания. Всем спасибо большое за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь. Всех жду на следующей серии. Всем пока.